Так, слушаю. Мир вам. Мне в этих, на раздачу Евангелие вы. Есть у вас иначе? Есть. А хорошее вот эти дело. Братья Гедеоны. И Гедеоновы. Новый Завет. Патриаршие есть. Особенно патриаршие у меня есть. Мне вот братьев Гедеонов. Мы сейчас посмотрим. И для меня, для самого, и на раздачу ты беседуешь. Ну, и, да, это... и вот слова бы подкрепляют писаниями. Понимаете, как даром получили, даром давать. А мы не даром получили. Я за них книги свои отдавал. Книги. А книги мои, один комплект стоит 750 евро. И поэтому я денег не прошу, но чтобы вы помнили, не просто разбазарить, где попало. Нет, нет, я с теми людьми... Я повторяю, что как мне это досталось. Понятно. А книги мне достались, я просидел 50 лет с ними. Так, идем сюда. Володя подсказывает, в каком месте они. Вот налево сразу. Налево. Так. Вот, вот. На будущее я тебе дам пачку, кто тебе поможет, вынесешь. Это Евангелие? Да, и Евангелие от Иоанна это. Положи, это сгодится. Я могу сейчас отдельно положить. Дальше. Вот эти вот нет, они мелкие, это не для моих глаз и не для людей. Так, а ты еще хотел? У меня других-то и нет. Это Гедеонова. Вон те он. А покрупнее чуть-чуть нету? Не знаю. Вот. Есть, есть, вот. Ну. Давай посмотрим. Во, вот эти вот. Да? Да. Ну, шесть, сколько там, можете таких? И... Ну, сколько-то выложим, если... Да, сколько можете, столько давай, это вот выложите. Сюда. Подожди. Ну, надо найти коробку. А это, брат, штифт один и тот же, мне кажется. Нет, эти крупнее. Ну, посмотри. Да не, ну что ты, этот вообще, там вообще мелкий-то. Эти-то покрупнее. Были вот чуть-чуть. У меня много книжечек. Вот эти всегда мы раздавали. Очень хорошие. Поставим-ка. Не православные, но они написаны прямо по-православному. Смотри. Вот это вот. Ну я возьму одну пачечку вот эту. Да, бери. Почему вот в эту коробку можно складывать? Можно. Так, потом принеси ее, когда нам нужна будет. Теперь вот эти тоже Евангелие возьми. Угу. Теперь бери вот эти вот. Сколько дадите такие? Да. Я даю для Господа Бога. Да. Потому что это не мое. Вот так. Вот это вот Новый Завет с крупным. Да. Видишь, какой он Новый Завет. Крупный, хороший. Да, вот это завет. Угу. Псалтырь еще. Давай. Да, псалтырь еще. Да, ну и все, хватит, Игнатий. Хватит. Теперь смотри, вот эти молодым, это очень полезно. Это как карманное, держи. Видишь, мы насколько богатые. Молодым-то, да, можно дать. Угу. Там у меня скорщины просили, я тоже дал. Держи-ка. Ага. Давайте я буду тащить. Гляди, это для молодежи. Так, а узнавай, чтобы не попортили. Ну да, с условием, чтобы читали. Да, угу. Это большое дело. Ну вот. И хватит. Вот и каждый раз ты говоришь, хватит. Я тебе и говорю, хватит. Не дожили. Так, подожди-ка. Пока у нас есть, завтра это может кончиться. Особенно сильные вот эти. Вот Евангелие патриарх Кирилл да. подписал. Я открываю, показываю. Да. И все двери открываются сразу. Сектантами не упрекали. Патриарх Кирилл тут сказал. Так тебе хватит столько? Ну хватит пока. Ну ладно, я тебе дам еще, потому что я уезжаю. И меня не будет, ты будешь искать. О, все, хватит. А. Все. Достаточно. Мне бы это все передать. Конечно. Это. А веревочки есть, чтобы так? Есть, вот? Конечно. Так, где они веревочки-то у нас? Где у меня? А? Я спрашиваю, где можно веревочки достать. Конечно, в первую очередь в кармане. Опа. Идем вот сюда вот. Вот здесь вот должен быть. Придумаем мешочек всякий. Зря. Смотреть надо. Вот это, тут мешочек лежал с этими связочками. Веревочками, да. Связочками. Что, они нету? А ну-ка, вот это что? Вот это, внутри. Посмотри, еще тут. Вот они, вязочки. Ну-ка. Бери сколько надо. Да мне нет, мне зарезают эту коробку. Ну, вот. У меня есть такие вязочки. Господь нас обильно благословил во всем. Представь, только в окрестности раздали мы больше 30 тысяч. В окрестности. Представляю. Это вообще. Вместе что ли? Это в каждый дом. 30 тысяч домов пройти было надо. В сельской местности. А как ты оказался около него?
Дядя Володя позвал. Дядя Володя позвал. Нужный помощник. Безотказный. Так, ты на машине, так? Нет, я пешком. Так, а куда я вторую дел? Благословен Господь. У нас руководитель их приехал, я книги им свои подарил, а они мне... Игнат Тихонович, расскажите эту историю с прокурором, что вы говорите, на него подали. Что за история-то получилась? Он дал указание председателю сельсовета, чтобы наше здание бульдозером снести. Ого, а как он имеет право? Да никакого. Что я самовольно захватил землю. Во-первых, земли там никакой нет, куча навоза. И навозная куча. А во-вторых, у меня документ, что мне это дал кольчинский директор и сельсовет, и депутаты там. Пользование, по-моему, была же бумага такая. Ну, конечно, он не знает про это. Его ввели в заблуждение. Но злоба помрачила разум. Ну, не знаю, что. Во всяком случае... А что же они так к лагерю-то неравнодушны-то с такой стороны? Потому что лагерь наш показывает, можно жить по-другому, чем они живут. Миллиардные вложения не нужны. Без помощи государства 45 лет я начальник. Это их жжет, А мы его теперь превратили в музей и хотим, чтобы приезжали люди. Я сделаю это, зарегистрируем его. С разных стран будут приезжать и смотреть. Как опыт, да? Да. Главное – это любовь. Да, конечно. Ладно, спаси Христос. Чтобы не оборвалась она у тебя. Нет, ну я связал так. Ну связал, но она может оборваться. Ладно, с Богом. Все, давайте с Богом. Может быть, он поможет мне, малая? Давай. Как его звать? Да я помогу сейчас. Поможешь, пойдем. Давай, благословим молитвой. А, помощь нужна? Хорошо. Молись своими словами. Господи, слава тебе. За эту возможность, за книги, за этот чудесный воскресный день. Благослови, Господи, эти труды мои. Благослови, чтобы взросли добрые плоды, плоды веры, чтения этих книг. Чтобы люди познали Тебя и прославили, как истинного нашего Бога. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу нашему слава, да благословит Господь. Здесь благословение патриарха Кирилла с нами. Да, слава Иисусу Христу. Все, пойдем. Так, сейчас я закончу. К чему это все ведет?